Ресторан еще закрыт, посетителей нет. Открыли специально для нас. Это пивоварня на тонну. В бронзовой обшивке. Вот танки, в которых зреет пиво. Вот название производителя — Czech Brewmasters. Смотрю, все здесь. Оборудование здесь от этого производителя. Не очень большая площадь, где-то метров 100. Хозяйни допивания, что мы будем контролировать. А также такого у нас есть имеется на танке. Но что сохраняем все температуры, как все брожение. В холодной воде все это остается горячее, а мы заново используем. Ну, это как эффективно по энергии. Да, да. А, что здесь еще, например, умеем, как это, дистанционный доступ. Так, например, если пивовар идет домой, а вечером вспомнит, что забыл включить охлаждение, он может через интернет подключиться к этому и сделать это с дома. Конечно, у нас есть и, например, SMS-модуль. Это значит то,
что, например, если есть выходной, выключится электричество, здесь автоматически система узнает, что есть перерыв, отправляет смс, например, вам или пивовару, то что-то случилось. Но есть там функций очень много, которые можете подключить. А здесь, как я говорю, уже у нас есть несколько вариаций. У нас на русском языке, да. Некоторые вещи мы специально ставим на чешском, чтобы никто не трогал, так как это надо. Ну, то есть меню язык можно выбрать, да? Да, можете выбрать. Это 066, это такая тара модная, да, новая? Ага. А тару? Ну, АТП, это АТП, как бы сказал. Не классическое. Так, это фильтр Чан. Это варочник. Помните, всегда тяжело купить чистить. Нужно иметь свою цепь-станцию. Это очень важно, так как мойка, а в принципе чистота в пивоварне, это где-то 90% успеха. Мы сейчас были в Хине, жили. Да, не говорили, да. Там это пипец, вот там грязи было столько, что... И там он засыпает этот самый солод. Ага. Все, что просыпалось, потом вот пол поднял туда, бросил. Серьезно? Ну, это какой-то... Я задал вопрос, он обиделся пиво, и сказал, что это придает нашему пиву нотки индивидуальности. Ну да, да. Да, говорит, если я, говорит, отрезал ногти, говорит, то пиво... Я говорю, во всем мире это называется дефект пива. Ну да, конечно, он этому говорит. Туалет в заведении тоже немаловажная штука. Поэтому я так по возможности тоже снимаю, как это все организовано. Очень приятное заведение. Тут же можно ознакомиться с представленными сортами. Чисто все. Аккуратно. Еще один зал. Здесь уже мы можем видеть танки прямо из зала, сидя, дегустируя пиво. Центрифуга. Это как чай, вы возьмете чай, а мешалку как делается, и
если заметите, то вам со мной тяжело выпадает. Это перед упражнением. Да, это перед упражнением. Здесь мы упираем белок и без чуть-чуть числа по градистации, где-то 99 градусов, где-то 93. Подготовка воды какая-то есть вообще? Куда есть. Да. Здесь, если берете города, может иногда быть очень много воды. Поэтому у вас там есть станция на отбор. Станция подготовки воды. Да. Вот везде что хотите исправлять, менять на этой воде, то можно докупить. Да, меньше железа, меньше хлора. Меньше железа, меньше хлора. Там если большая жесткость, вязающая жесткость, да. Там много того нужно делать. Пока у нас одноступенчатые технологии, мы охлаждаем ледовой водой, которая убирает температуру от сусла и вставляется с ней горячая вода. Эту горячую воду нужно новой спустить. Так что у нас есть максимально критерий технологий, что в принципе вам экономит энергию. Совсем снизу, а потом чуть-чуть выше. Когда запускаете сусла, прежде всего берете, запускаете за самым низом. Добавите его на самой верх, а наверху есть дух. А через вот этот дух вы там добавляете дрожжи. Ну, когда там добавите дрожжи, пиво начнет бродить. В течении того брожения создавается CO2, сахар, который есть в сусле, испаряется на алкоголь и CO2. Понятно, температура каким-то образом. Так, а у нас температура там есть датчик сзади, а все вам показывается системой. То есть оно поддерживает здесь температуру такую, как вам надо? Так, у нас есть хорошая изоляция, так, чтобы хорошо содержало температуру, а мы делаем только боки, мы делаем и верхи, было максимально эффективно. Это какое дело? 20 бетон. Бетон. Всегда этот железный, а это лагерный. Это как? Первая фаза брожения, а вот это вторая фаза брожения. А какое давление выдерживают эти тары? Вот это рабочее давление 1,5, а вот их 1,5. Это хватает. А сами танки выдержат гораздо больше, но рабочие давление есть такое. Брожение только в конических танках идет. Это главное брожение. А куда оно уже прокрутит, весь сахар был передан, большинство сахара было передано на алкоголь и CO2. Вы это прожите в эти танки, уже без дрожжей, так как дрожжи вы отделяете потом с конусу. А здесь оно вам прожжет. Поэтому здесь у нас есть вот этот вид. А у вас свое производство или вы... Нет, у нас есть ноу-хау, наша документация, а по этой документации мы заказываем. Я понял. Это дешевле, это как мне нужны потом, как сказать, оплачивать работники, которые, например, все есть заказы, которые не работают. Я понял. А до этого спадает бак горячей воды, которая нужна на ванну. Бойлер. Бойлер. Бетон? Да, это он. Потом на включение еще так холодной воды. Это в принципе такой же, но просто на там. Бойлер. И холодный агрегат, который делает то. Так. А насос? Нет, это холодный воды. Бойлер пока. Thank you.
много места эта вся тема занимает. При том, при всем, что варочники на тонну, и там в год нам Йозеф посчитал, они варят там 290 гектолитров всего. То есть меньше тонны в день. То есть варка не каждый день. При этом у них 12 там, часть из них лагерных, часть из них ЦКТ. По 2 тонны каждый. В итоге получается 24 тонны емкостей для разливания пива у них. Есть. Чешских не используется, да? Тоже. Не, я смотрю, у них тут есть и американские сорта, скорее всего, американские сорта используют. Вот если как вы что-то пивали, да? IP только с американским хмелем должен быть. Ну, с английским. А, еще раз. Сзади меня находится это заведение, в котором мы смотрели пивоварню, которую производит Czech Brewmaster, такая компания. У них своего производства нет, но они имеют чертежи, они имеют ноу-хау, как бы. Они это делают уже не первый год, размещают производство у своих партнеров, как бы, и делают пивоварни под заказчиком. Ну а мы продолжаем свое путешествие.